выходным на регулярной основе в парке Опаринки Видновская клиническая больница будет проводить диспансеризацию взрослого населения. Мобильный медпункт будет размещен в здании лыжной базы. Врачи будут принимать пациентов с 10 до 13 часов. Все желающие смогут пройти следующие исследования – измерение роста и веса, измерение артериального давления, лабораторные исследования крови, ЭКГ, внутриглазное давление. Предварительная запись не требуется. С собой необходимо иметь полис ОМС, СНИЛС и паспорт.